Друзья, всем добрый день. Субботний день, 18 мая 2024 года, 2 часа дня. В Анапе, вот у нас Пионерский проспект идет вот в сторону Анапы. Там у нас магазин «Перекресток». И вот через арочку Гранд-отель Анапа, пятизвездочный отель, я пройду к морю. Вот сам Гранд-отель Анапа. Ну, видите, шлагбаум здесь проезда уже нету, не пускают. Если в сезон можно проехать, то если в межсезонье, то в сезон уже не проехать. Так, ну что мы здесь видим? Видимо, открыли магазин Fix Price. Он пользуется особой популярностью в Анапе. В Витязево тоже один такой есть, на Горького, где Пятерочка. В Анапе их несколько. И вот здесь открыли, пожалуйста, Fix Price. Я думаю, для отдыхающих здесь каждый найдет себе нужный товар. Так, ну что, мы пойдем посмотрим море, какое возле Гранд-отеля, пляж. И хочу посмотреть центр водных видов спорта. Аптека. Центр водных... Пляжных видов спорта. Там площадка с трибунами на 1200 мест. И уже 24 мая стартует этап чемпионата России по пляжному футболу. В частности, приедет пляжный футбольный московский «Спартак», проведет игры. По возможности буду посещать игры «Спартака». Как получится, конечно, но хотелось бы. Так, сыроварня, винодельня «Вальма». Витязево, везде есть такие. И вот он, Гранд-отель Анапа, как смотрится шикарненько. Лавочки, флаги. Первый мы все знаем — Россия, Краснодарского края, третий не знаю флаг. Ветерочек такой дует, температура воздуха сейчас 19 градусов тепла, естественно. Ну и вот встречный ветерок с моря. Ну так, выхожу я на пляжную зону. Здесь у нас, видите, огорожена в Гранд-отеле детская площадочка. Воркаут-площадка. Спортивные площадки. Ну и там уже пляжная территория со всей инфраструктурой. Вот так выглядит у нас Гранд-отель. Ну и то здесь вот, видите, не совсем даже подготовился пятизвездочный отель к сезону. Да. Все чисто по-русски. Водоохранная зона. Законодательством Российской Федерации установлен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. Вот такая здесь зона. Рядом соседний пляж, видите, все еще монтируется. Настилы даже не до конца уложены. Еще готовятся. Этот пляж пока я не знаю, как называется. А это вот Гранд-отель, вот такой у них пляж. И вот пройду я к центру пляжных видов спорта, вот вправей. А обратно уже вернусь к Анапке, к реке. Вроде говорят, строят или построили уже мостик, восстановили. Посмотрим все. Вот такая водичка у нас здесь. У Гранд-отель Анапа. Как видите, прозрачная. Цвет ее такой, конечно. Ну и вот посмотрите, как море меняется. Четырех цветов. Сначала оно белое, как прозрачное. Потом идет синева. Потом зеленоватое. Потом бирюзовое. И дальше там уже голубое. Вот такие, как цвета радуги практически. Ну что, друзья, пойдемте смотреть, где у нас
Центр пляжных видов спорта возле Гранд Отель написано было. Так, ну, во всяком случае, я сейчас вправо прогуляюсь, а дальше уже будет видно. Так, ну вот видите, Гранд Отель Анапа, еще половина территории, еще что-то делается. Тачка для перевозки деревянной конструкции устанавливает. В общем. Так, и вот у нас здесь центр пляжных видов спорта как раз вот здесь. Сейчас его и посмотрим. Ну, еще немножко пляжей вам. Это пляж непосредственно напротив центра пляжных видов спорта. Активненько народ уже загорает. Несмотря на ветерок, купаются не так активно, но загорают активно. Красота. Так, ну что, я сейчас пройдусь до Анапки, посмотрим, построили ли мостик, перейду и уже непосредственно пойду в сервис за машиной. Вот смельчаки уже и купаются. Девушка и парень с девушкой, и мужчина с ребенком. Так что у всех по-разному отпуск, поэтому каждый пытается уловить свое море. Но уже сегодня температура воды плюс 17 градусов у берега, прямо у берега. Туда, конечно, подальше все еще 16, но у берега 17, водичка прогревается. И в июне, я уверен, будет уже за 20. Это точно. Вода будет за 20 градусов. Это однозначно. С сегодняшнего дня потепление, завтра, послезавтра уже будет существенное прибавление, а температура, а июнь обещают вообще жарким. Так, ну вот, если стоять от моря лицом к Гранд-отелю Анапа, здесь еще один пляж, вот такие интересные здесь навесы на растяжках, таких я еще не видел. Ну, честно говоря, этот пляж я даже не знаю, какой пляж, пока еще не написан. По прошлому году не помню, вот честно скажу, но лежаки завезены, все делается. Небольшой, но вполне комфортабельный и вместительный. Появится информация, табличка, везде всегда это делают. Тогда и узнаем, что это за пляж. Может, кто-то здесь отдыхал по прошлому году и напишет в комментариях и просветит нас. Так, идем дальше. Уже впереди практически видна речушка Анапка, всеми любимая, особенно детьми, которые приезжают за тысячи километров и купаются в Анапке. Это у нас детский лагерь. Был название тоже, я не помню этого пляжа, детского лагеря. Тоже будет табличка, все увидим. Спасательная лодка. Написано, нет здесь? Нет, пока не надо. Море, пляж, солнце, отдых. Магические слова. Видите, какой, как сеткой огородили, как в этой, как в зоне, в концлагере. Ну что ж, без колючей проволоки и сетка не металлическая. Так, ну мостик там делают, похоже, он еще и не сделан, и поэтому Анапку и не перейти мне речку. В ту сторону пляжа, значит, вам не покажу. Вот девушка гуляет, интересная.
дама пошла уверенно уже загорелая купаться. Ну и вот анапка. Вот такое у нее сейчас изогнутое русло. И такая она полноводная. Летом она бывает и больше. Много детей здесь купается. Но я не рекомендую, настоятельно не рекомендую здесь купаться. Вот вы сейчас посмотрите. Эта речка течет, она собирает всю грязь, всю мусор, всю бактерии, протекая мимо полей, возле дорог. Вы посмотрите цвет воды. Она и летом такая. Посмотрите, вот она впадает в море, и сразу какой контраст воды этой. Вот смотрите, чистое море, и какого цвета на фоне моря видно, какую воду несет анапка. Вот, пожалуйста, смотрите. Вроде и проточная вода течет и впадает в море. Посмотрите, какая застоявшаяся грязная вода. Она, кстати, и летом бывает такая же, где дети плескаются, а родители рядом довольны. Так, вот я вижу мостик, уже устанавливаются опоры, но мостик еще, конечно же, не готов. Поэтому по нему пока прохода нет. Сейчас ближе подойдем, посмотрим и покажу вам уже, в какой стадии готовности находится этот всеми любимый мостик. Так, вот я и подхожу к мостику. Ну, видите, в данный момент даже идут сварочные работы. Основной упор — это, конечно, сделать сварочные работы, металлический каркас. Остальное все уложится уже быстро. Думаю, до июня должны справиться. Проход запрещен. Вот такие работы проводятся. Думаю, до июня уже будет готов. Его даже немножко видоизменили, что не делается все к лучшему. Будет он даже еще лучше. Вот с такими выступами с одной, со второй стороны. Таких смотровых площадочек. Так что мостику быть, можете не переживать. Так, ну вот вдоль анапки я ухожу, рыбачат, видите, там даже с маленькими детьми. Столовая с долма с кавказским акцентом готовится. Бар «Пена Черноморская кухня». Что тут еще открылось? Водка «Фортуна». Миниатюрный мир. Так, что у нас еще здесь есть? Бутик женской одежды, косметика, подружка. Аптека, энотека, винотамани, шапопамань, специализированный фирменный магазинчик. Здесь можно и футболки, и бокалы приобрести. Классный магазин, неплохое вино. И что тут, какой-то город детей, грандиозное открытие будет. Давайте проанонсируем. Вот он, город детей. Грандиозное открытие семейного ресторана с игровым пространством «Город детей» скоро. Что здесь будет? Лабиринты, батуты, игровые элементы, сухой бассейн, интерактивные игры, электромашинки, тематические домики, аэрохоккей, манеж для самых маленьких. Персона, женская и мужская одежда. Так, ну и все.
дошел я до Пионерского проспекта. На этом сегодняшний обзор пляжей Анапы я заканчиваю. Много показал, много рассказал сегодня. Ну и надеюсь, сейчас из сервиса машину заберу, еще Витязева проеду, покажу, посмотрю пляж, сниму пляж Нико, в какой он стадии готовности. 1 июня там приезжает один из подписчиков в Нико как раз, и он, естественно, ходит, хочет на свой пляж ходить. Посмотрим. А 1 июня уже совсем скоро. Так что, друзья, ставим лайки, подписываемся на канал. Дальше будет больше и интересней. Всем пока-пока. Чао.